Осёл-прорицатель. Надоело Афанди быть придворным прорицателем, да и опасно это дело, того и жди, что впадешь в немилость. Привел однажды Афанди своего осла прямо в дворцовую залу к подножию трона и сказал: «О, великий Тимур, потрудился я в прорицателях довольно, дай мне отставку. А зачем ты привел сюда на дорогие ковры свою грязную скотину? Сейчас узнаешь, но сначала исполни мою просьбу. Ладно, только представь нам своего заместителя». Так вот, мой заместитель показал на осла Афанди. «Но помилуй, это же бессловесная тварь, как же он будет прорицать твой осел?» «Мой заместитель имеет длинные уши, чтобы слушать глупые вопросы, и громкую глотку, дабы отвечать на них. А то, что не все поймут его крика, беда небольшая». Рассмеялся Тимур и разрешил Афанди больше не заниматься прорицаниями.